Мы разработали и уже сейчас идет набор сотрудников в новый колл-центр. Это в том числе было одно из моих предвыборных обещаний. В городе будет создан единый колл-центр, будет создан единый телефон, и по этому телефону можно будет звонить по всем вопросам, начиная от прорыва труб и заканчивая снятием кошек с деревьев.